Всем привет! Меня зовут Стасия Иванова, и вы находитесь на канале Бисероплетение. В сегодняшнем мастер-классе мы будем делать с вами вот такие вот варежки. Let it snow! Ребята, я прошу вас, пожалуйста, поддержите мой канал, поставьте лайк этому видео, подписывайтесь на него и не забудьте нажать на звоночек для получения уведомлений о новых видео. А что понадобится для того, чтобы сделать красивые варежки, я покажу далее. Итак, ребята, в сегодняшнем мастер-классе мы будем делать с вами синюю варежку. Для того, чтобы ее сделать, нам понадобится бисер номер 10, цветов синий и белый. А еще при желании вы можете сделать варежку без рисунка. Вот так вот. Ну что, приступим к мастер-классу? Для того, чтобы сделать варежку, я беру проволоку сечением 0,3 мм, длиной 40 см и набираю первый ряд. Он состоит из 4 синих бусин. И вот я набрала, этот ряд я не переплетаю и отправляю его на середину проволоки, оставляю его там и набираю сразу второй ряд. Он состоит из 6 синих бусин. И вот мы с вами набрали 6 бусинок. И сейчас я покажу вам технику параллельного плетения. Смотрите, на одной проволоке у нас с вами бусинки. Берем конец второй проволоки и пропускаем его насквозь через все 6 бусинок. Вот таким образом. И далее затягиваем концы проволоки. Старайтесь, чтобы они были одной длины. И придвигаем второй ряд к первому ряду на середину проволоки. Затягиваем. И вот получается такая вот варежка у нас с вами. Далее набираем третий ряд. Он состоит из 2 синих, 1 белой, 2 синих, 1 белой и 2 синих бусин. Вот так. И снова повторяем технику параллельного плетения. На одной проволоке у нас с вами бусины. Концом второй проволоки мы проходим все бусинки насквозь, вот так, и просто затягиваем концы проволоки, придвигаем третий ряд ко второму ряду нашей варежки, вот так. Затягивайте все ряды плотно, укладывайте их ровно друг за другом, и тогда у вас будет фигурка такая же, как у меня. Далее набираем четвертый ряд, он состоит из 1 синей, 1 белой, 2 синих, 1 белой, 2 синих, 1 белой и 1 синей бусины. Набрали и переплетаем этот ряд и затягиваем. Должно получиться вот так. Набираем 5 ряд. Он состоит из 3 синих, 1 белой, 1 синей, 1 белой и 3 синих бусин. Переплетаем этот ряд и затягиваем. Вот так должно получиться. Смотрите, уже видно рисунок. Далее набираем 6 ряд. Он состоит из 1 синей, 1 белой, 5 синих, 1 белой и 1 синей бусины. Переплетаем этот ряд и затягиваем. И вот мы с вами закончили уже рисунок. Следующий ряд у нас будет без рисунка. И далее мы будем делать пальчик у варежки. Итак, набираем 7 ряд. Он состоит из 9 синих бусин. Переплетаем и затягиваем. Должно получиться вот так. Далее на любую из проволочек набираем 5 синих бусин. И далее я буду показывать, как делать пальцы. Набрали и отправляем к плетению. Далее смотрите внимательно. У нас 5 бусинок. 2 крайние бусинки мы отодвигаем. Берем проволоку, на которую мы набирали бусины. И ей проходим через 3 оставшиеся бусинки от обратного. Вот так. Далее придвигаем плотно эти 3 бусинки к нашей варежке. Держим пальцами и затягиваем проволоку. И вот так должно получиться. Далее нам необходимо сделать надбавку. Для этого на ту же самую проволочку, на которую мы набирали бусинки, где у нас пальчик, мы набираем 2 синие бусинки. Набрали и отправляем их просто к плетению и оставляем там. Следующее, что мы сделаем, будем плести 8 ряд. Он состоит из 9 синих бусинок. Набрали, переплетаем и затягиваем. 2 надбавочные бусинки в плетении не участвуют, они остаются свободными. Вот таким образом. Далее ряд сплющиваем и задаем форму слегка. Потом полностью форма скорректируется, когда мы больше рядов сплетем.
Далее делаем надбавку. Снова смотрим, где у нас пальчик. И на эту проволочку набираем одну синюю бусинку. Отправляем ее к плетению и оставляем там. И далее набираем 9-й ряд. Он состоит из 9 синих бусин. Переплетаем этот ряд и затягиваем. Вот так должно получиться. Теперь все ряды просто придвигаем плотно друг к другу. Это важно. И задаем форму. Вот, смотрите. Уже похоже на варежку. И теперь мы приступаем к плетению белой полосочки. Для этого набираем 10-й ряд. Он состоит из 10 белых бусин. Переплетаем и затягиваем. Вот такая классная варежка у нас с вами получается. И далее набираем последний, 11-й ряд. Он состоит из 10 белых бусин. Переплетаем и затягиваем. И вот мы с вами варежку уже сплели. Следующее, что нам нужно сделать, это закрепить проволочку. Я беру проволоку с любой стороны и пропускаю ее насквозь через весь предыдущий ряд. Вот через первый белый ряд. Вот. Это не очень легко сделать, но вы постарайтесь, у вас получится. Вот так. И далее затягиваю проволочку. Для того, чтобы завершить плетение, нужно просто скрутить проволочки между собой. Вот так. И лишнюю проволоку отрезаем ножницами. И вот такая синяя варежка у нас с вами получилась. Смотрите, я делала еще зеленую и красную. Красная у нас без рисунка. Но, а что я хотела бы вас попросить сделать, это поддержать мой канал, поддержать творчество, поставить лайк этому видео, подписаться на него и не забыть нажать на колокольчик для того, чтобы получать уведомления о новых видео. С вами была Стасия Иванова. Всем пока!